Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. Сегодня в нашем выпуске. В Черкесске после масштабной реконструкции торжественно открыли главный стадион республики «Нарт». Проект благоустройства Центрального парка в Усть-Джигуте стал победителем всероссийского конкурса. Театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесии одержал победу в номинации за сохранение культурных традиций в танце на фестивале «Таврида Арт». В поселке Куржиново Урупского района прошли традиционные казачьи игры «Шермицы», посвященные столетию Карачаево-Черкесии. Итак, к главным новостям. В Черкесске после масштабной реконструкции торжественно открыли главный стадион республики «Нарт». Первым матчем на футбольном поле обновленного стадиона стала товарищеская встреча команд ветеранов футбольного клуба «Спартак» и сборной Карачаево-Черкесии. Церемония началась с парада воспитанников детских спортивных школ региона. Затем именитые спортсмены из Карачаево-Черкесии, участники Олимпийских игр, подняли флаги Российской Федерации Карачаево-Черкесии и официальный флаг столетия региона. С приветственным словом к жителям и гостям региональной столицы обратился глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. «За последние годы мы построили во всех городах и районах Карачаево-Черкесии более 150 спортивных объектов, в числе которых и центральный стадион нашего региона «Нарт». В год столетия государственности Карачаево-Черкесии для всех, кто родился и вырос на нашей благодатной земле, кто на ней честно трудился, продолжая славные традиции предыдущих поколений, кто верит в будущее и делает все возможное, чтобы оно было успешным и счастливым, началась новая история Карачаево-Черкесии», отметил руководитель региона. Он также напомнил, что в этом году исполнилось 40 лет футбольному клубу «Нарт» и объявил о возрождении в Карачаево-Черкесии профессионального футбола. Затем на стадионе «Нарт» зажгли чашу победы, от факела которой в год столетия Карачаево-Черкесии спортсмены пронесли по знаковым местам ее столицы. Чаша победы стала символом будущих спортивных побед республики. После матча состоялся праздничный концерт с участием известных артистов Карачаево-Черкесии. Отметим, что кроме футбольного поля в открытом спортивном комплексе «Нарт» также обустроены 8 беговых дорожек для легкоатлетов, сектор для прыжков в длину, есть универсальные площадки для баскетбола и волейбола. Здесь могут проводиться соревнования по бегу, метанию диска и молота, силовой гимнастике, прыжкам в высоту с шестом и другим видам спорта. Вместимость трибун – почти 9000 мест. Проект благоустройства Центрального парка в Усть-Джигуте стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он получит грант в размере 85 миллионов рублей на реализацию и софинансирование из бюджета республики. Реконструкция парка общей площадью около 5 гектаров и прилегающей территории предусмотрен новый ландшафтный дизайн. Планируется создать зоны отдыха, обустроить места для торговли и проведения выставок, зоны Wi-Fi, установить детскую площадку рядом с новым семейным кафе и провести работы по озеленению. На центральной площади города, прилегающей к парку, появится зона фонтана в этническом стиле. Президент страны Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России всем жителям территории Украины. Российские паспорта могут получить не только жители Донецкой и Луганской народных республик, но и Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказывает старший инспектор группы по вопросам гражданства соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесии капитан полиции Снежана Конкошева. С 11 июля 2022 года указом президента Российской Федерации внесены изменения в упрощенный порядок приобретения гражданства Российской Федерации отдельной категории граждан, то есть граждане Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики имеют право в упрощенном порядке приобрести гражданство Российской Федерации. И для этого им достаточно иметь документы, удостоверяющие личность, подтверждение проживания на этих территориях и миграционную карту. Также эти граждане должны будут проходить медицинское свидетельство на территорию России, если у них только миграционная карта. Если они ранее оформляли документы, такие как разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо получали временное убежище на территории Российской Федерации, таким гражданам досмотр уже не нужен. Они ранее проходили медицинское свидетельствование. Заявление и фотографии. С ними они могут, ну вот это упрощенная система приобретения гражданства России.
должны лично обращаться в управление по вопросам миграции, то есть здесь, в Черкесских, управление с документами, которые у них имеются. В Усть-Жекутинской центральной районной больнице появилась собственная кислородная станция. Это значимое событие для больницы, сотрудникам которой во время пика пандемии пришлось серьезно потрудиться, чтобы обеспечить жизненно важным кислородом пациентов ковидного госпиталя, развернутого в свое время на ее базе. В кислороде сейчас нуждаются пациенты с постковидным синдромом. Многие из них до сих пор ощущают на себе последствия перенесенной болезни и вынуждены обращаться за помощью к медикам. Комментирует главный врач Усть-Жекутинской районной больницы Марат Шакманов. В последнее время участились случаи, когда раньше, мы где-то уже работали давно, такого понятия не было, что мы мерили больным сатурацию. Сейчас и больные сами ощущают, находясь на кислороде, после ковидные больные, которые зачастую уже возрастные больные, на фоне, когда они дышат этим кислородом, им становится заметно лучше. У них улучшается качество жизни. Они не находятся в постоянной гипоксии, постоянно это усталость, утомляемость, там бессонница, головные боли. На фоне кислорода им становится заметно лучше. В Карачаево-Черкесии полным ходом идет подготовка к единому дню голосования. В избиркоме сообщили, что помимо стационарных, в республике появятся передвижные избирательные участки. Они будут задействованы в том случае, если по каким-то причинам избиратели не смогут попасть в помещение для голосования. На этот случай муниципалитеты, где в сентябре будет избираться депутатский корпус, предоставят необходимое число автобусов, а избирком оснастит их всем необходимым для процедуры голосования. Информацию комментирует председатель территориальной избирательной комиссии по Черкесску Мария Алакаева. Одно дело подготовить мобильные избирательные участки, но также мы должны подготовить и людей нашей участковой избирательной комиссии для того, чтобы они правильно выполнили переход голосования с стационарного избирательного участка в мобильный избирательный участок. Для этого в рамках обучения наших участковых комиссий мы обучать будем и данному механизму. Данный порядок использования мобильных резервных избирательных участков утвержден постановлением нашей избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики, и в обучении мы будем использовать именно этот порядок. Естественно, в приоритете здоровье и жизнь избирателей, затем очень важно избирательным комиссиям сохранить документацию и затем, насколько это возможно оперативно, продолжить голосование уже на резервных мобильных избирательных участках. В Черкесске и Абазинском районе проходит очередная серия мероприятий акции «Генеральная уборка», участие в которой принимают представители различных учреждений и ведомств, а также неравнодушные жители Карачаево-Черкесии. Акция уже прошла в Адыгехабльском, Ногайском, Усть-Жекутинском, Зеленчукском муниципальных районах. За период апрель-июль участниками генеральной уборки стало более 13 тысяч наших земляков. Очистку берегов водных объектов провели в рамках традиционной всероссийской акции «Вода России». В сентябре марафон «Генеральная уборка» пройдет в Хабесском районе. 27 августа в столице Карачаево-Черкесии состоится традиционная ярмарка, на которой ведущие сельхозтоваропроизводители из разных регионов Северного Кавказа представят свою продукцию по сниженной цене. Местом для проведения ярмарки уже по традиции станет территория комплекса «Агропарк» на улице Свободы, 62. На все виды продуктов будет установлена цена ниже, чем в торгово-розничной сети магазинов. Торговля будет организована с 8 часов утра. О маршрутах городского транспорта к месту проведения ярмарки будет предоставлена дополнительная информация. В эти дни сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам провели инструктажи с отдыхающими, где жителям и гостям республиканской столицы напомнили основные правила на воде, рассказали, как следует вести себя вблизи водоемов и напомнили о том, как оказать первую помощь утопающему. Населению также раздали памятки с основными правилами безопасности при нахождении у воды. Сотрудники МЧС проверили наличие соответствующих запрещающих знаков на берегах водоемов и на подъездах. Путях к ним. В рамках благотворительной акции Народного фронта «Все для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителей Донбасса и бойцов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, ведущим борьбу за их освобождение.
По словам координатора по работе со СМИ Народного фронта в Карачаево-Черкесии Зураба Бимурзова, в основном гуманитарный груз состоит из товаров и предметов, указанных на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации и простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. Театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесии одержал победу в номинации за сохранение культурных традиций в танце на фестивале «Таврида Арт». Более 100 танцоров-лезгинки из 7 регионов страны сразились в творческих поединках, чтобы выяснить, кто лучше всех исполняет национальный танец. В соревновании приняли участие танцевальные коллективы и сольные исполнители из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Северной Осетии, Алании и Чечни. Наши земляки одержали победу в номинации «За сохранение культурных традиций в танце». Финал конкурса «Короли лезгинки» на главной сцене стал одним из самых зрелищных и ярких событий фестиваля «Таврида Арт». Зрители поближе познакомились с культурой народов Кавказа и увидели особенности национального танца каждого региона. В поселке Куржиново Урупского района прошли традиционные казачьи игры «Шермицы», посвященные столетию Карачаево-Черкесии. Дети и взрослые состязались на ловкость и координацию в бою подушками на бревне, владении арапником, рубке шашкой, метании ножа и пудовой гири и других дисциплинах. Победители игр были отмечены грамотами и поощрительными призами. Добавим, что прошедшие шермицы стали площадкой и для этнокультурной творческой программы. Народные казачьи песни исполнили хор «Урупчане» и вокальный ансамбль народной песни «Лазоревый цвет». Ранее в Урупском районе по инициативе районной администрации казачьего общества состоялся открытый турнир по мини-футболу, также приуроченный к столетию Карачаево-Черкесии. Победителем стала молодежная команда Урупского районного казачьего общества. В молодежном форуме «Машук-2022» принимают участие 25 активистов из Карачаево-Черкесии. В этом году форум приобрел статус всероссийского и собрал более 1000 человек со всей страны. Представители Карачаево-Черкесии побывали на экскурсии по курортному центру Пятигорска, а также познакомились с производством сыроварни. В этом году ключевой темой форума «Машук» стал год культурного наследия России. Будут проведены две очные смены «Наше открытие» и «Наши смыслы», а также цифровая смена в формате онлайн, которая соберет 1000 участников для освоения инструментов в медиа и диджитал сферах. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха 28-33 градуса выше нуля, в горах местами до 25 градусов тепла, в Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 32 градуса. Реклама. Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без сдачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежитие, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21 17 25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Это все вести Карачаево-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия.